Добрый день, Ирина. Добрый день, Хамиле. Мы хотели сегодня задать несколько вопросов по нашему энерджитрипу в Северную Италию. Алижер Бошукода из Хмитли Харабата. Да, я готова отвечать, я в активном поле. А наш энерджитрип планируется с 16 по 20 октября в Даманхур, город света. Что вы можете сказать об этом месте? Лиду Хурмошу Конце, Дежур Бошу Курбот. Это новая система голограммного модуля Ахидека Машархир Бишракиды, который несет систему актива для того, чтобы Думашракана развивать человеческую суть. Лихмитер Машаркурбот и Хамасрахада. Образуются системы новых общин, которые Хир Машар Бошу Курбот несут систему активного поля в новом формате программ. Риду Хурмошу Курбот. Эти программы активно работают на системе созидания новых осознаний Хидека Машарпашарпата, тех сознаний, которые уже перешедшие в базе Риду Хурмошарпата, снова оформленная в Хумасахарбата программа в системе сознания, и Хиду Хурмоши Коды и Дида Масармарбата, что позволяет более активно существовать в этом Дужурбот Харбата воплощении. Хиду Хурмоши Коды активно работают на этих кодах, и Хиду Хурмасарпата нести суть человечества Хирбоши Курбота более мембранно и ресурсно в этом коде. Линда Хмиде Башармашра Харбата, соответственно, составляет матрица абсолютно иная. Хиды Курмошер Боша Курбоша Коды. Коды работают на то, чтобы повысить уровень осознанности людей, хиды Масакана активизировать на качество хиды Курбоша Рупоты. Соответственно, система это дается для того, чтобы активно хиды Камаса Харбата Харбата выделять энергии на землю, на эти эгрегорные базы хиды Камашрапата, дабы дать новые поля, новые программы, новые ресурсные состояния. А Даманхур – это небольшое поселение, всего 1000 человек. И здесь своя конституция, валюта, газеты, университет, средняя школа. Это действительно город будущего, вот, который относится к четвертому измерению. Это, ну, как начало новой цивилизации. Лижер Боша Конце Дихмацер Машапат. Это новые программы, новые матрицы, которые предусматривают Ахирмашер Боша Кон голограмма Рабаша Карбата, активные голограммы в работе человеческой стати, и Хидокур Машер Боша Карбата, что несет за собой основу системы развития человечества в целом. Ихидака Машара Машарпат, соответственно, все системы, которые работают в этих модулях Ихидака Машара Машарпат, они направлены на развитие, на качество. Ихидаку Рубошар Бошар Бота, и это объединенные структуры, которые Хира Масахарбата дальше будут повсеместно распределяться. Дохту Мошар Хиды, эта система одна из них, которая до Машарпат ресурсно выходит в голограмм четвертого формата Ихидаку Рубошар Бота и является основой для формирования этих полей. Ихидака Машара Курбота, и на основании этих кодов будут также формироваться новые программные коды. Ридер Маша Харбат, дозу коды новой территории будут осваиваться подобным полем. Хидека Маша Маша Харбат и активно развивать эти поля. А в Даманхуре ведутся новейшие научные разработки в области омоложения, сохранения здоровья человека и планеты. И здесь объединяется наука, технологии и духовность. Какое значение имеют эти разработки для развития человечества? Алима Шербоша Курбос и Диды Запасхан. Абсолютно все по-новому. По форме созидания системы энергоносителя Хидека Башрапат. Это новая матрица, которая позволяет раскрыть новые программы. Лижа Курбоша Курбот. Новые инструменты впустить в работу Хирма Шарапат. Раскрытие сознания человека Дахма Шарапата в новом формате. Литер Поэтому всего, что касается энергополя Хидма Шархана по новой матрице, Хидка Машархарбат по новым инструментам в рабочем материале, Ридра Харбата несет суть системы основы новых форматов. Ридра Машархарбата, касаемо ли это тела, Дужокурбошхон духа, Димаса Харбата, либо эфирных полей. Это место известно ученым-геологам всего мира. Именно здесь евразийская континентальная плита смыкается с африканской и выталкивает на поверхность минерал меланит, возраст которого 300 миллионов лет. Говорят, что этот камень заключает в себе физическую энергию Земли. Это так? Ридра Машарапат аккумулирует энергию Земли. Это есть в этом истинное поле. Хидака Машарамошакарбашарапат. Основная аккумуляция системы энергопоточности складывается именно там. Дюхтура Бошаркода. Ресурсное созидание, поэтому в этом поле. Ридак Машаркарбат. Поэтому открывают здесь матрицу нового формата, потому как Хидокор Бошерпот – это основной инструмент для энергоработы. Еще есть информация, что в жиле этого минерала проходят синхронные линии, мощные потоки энергии, которые пересекают Землю и соединяют ее со Вселенной. Ридр Мошер Боша Карбас Архат. Естественно, выстроен портал, который несет за собой основу системы Хиды Мошер Харбата и в виде проводника выстроили эту стать Хиду Кармошер Код. Через эти коды проводят коды Башарбаса Харбата более высоковибрационных полей, дабы дихтомиссия Харбата активизировать активные поля программы Хиду Кармошер Бота, связанные с этим кодом. Электромошер Бошерпота, поэтому силовые сегменты, инструменты взяты именно там. Хирмашерпата раскрыть новые поля системы матрицы четвертого формата. Ридохур Бошерпота внести на новую форму работы матричные коды системы жизнеобеспечения людей. Хидохур Бошерпота, они являются проводником.
А каков средний уровень вибраций жителей Даманхуры? Дежурный духор Моша Конце Дихмастер Харбаша Корбош работы. А система самого низкого поля 8500 и Хирош работы максимально 10200. И какая цивилизация ведет это? Ридру Моша Корбоша Карбата Хада активно ведет 9 планетарный, поддерживает активные поля Хиды Корбоша Кода 7 и Хиды Камастропаты. Также есть участники 11 планетарного состава. Расскажите про роль храмов человечества, которые были построены на синхронных линиях в Даманхуре. У нас там запланирована ночная медитация. Что получат участники вот этой вот медитации? Где же Моша Рапата? Трансформацию получат в полях Гидукур Моша Курбота, потому как обменные поля системы этого энергополя позволяют трансформировать старые программы и вывести на новые. Лидур Моша Рабоша Курбота. Соответственно, почистится сознание, активизирует мембрану поля в активизацию Дамаша Курбота, расчетки новых программ для того, чтобы активно человечеству работать. Тихиду Курмоша Курбота, то есть система Тихмаса Харбата проводит трансформацию обнуления старых программ и вводит на новые материалы. И какие результаты могут в целом получить участники трипа после посещения Даманхуры? Насколько могут повыситься их вибрации? Лежур Моша Конца Кирмаша Пад. Смотря какая задача у души. Хинкур Моша Кода. Кому-то необходимо обнулить коды системы старых программ, получить новые возможности. Лев Моша Мада. Кому-то необходимо включить новые программы с помощью этих энергополей, хиду работы, этих кодов, которые несут за собой основу жизнеобеспечения далее. Лидухур Моша Курбоша Дида Зебасраха. Нужно понимать, что это новый формат системы матричных кодов, который несет Ридуру Бошу Кода, структурированную энергию системы абсолютного кода, и Хидака Машер Машер Пат. Эти коды не являются активными участниками системы Гаи Хидакур Машер Хурбот. Это место созидания поля Лих Машер Хурбота лишь единожды обозначено пока Хидакур Машер Хурбота. Для того, чтобы трансформировать старые коды, получить новые модули, Хидака Машер Кан ввести в сознание новые матричные программы. Спасибо, Ирина. Спасибо цивилизации Хамиля. Мы всех приглашаем в энерджитрип в Даманхур. Дожи Моша Рабоша Камаса Хирмаша Пат. Это новая форма созидания для человечества, которая несет за собой основу жизни и людей, и Хидака Маша Рамаша Харбата, которая будет явью для вас, и Хидака Маша Рамаша Харбата. Эта новая голограмма даст раскрытие сознания человеку, Хидакур Моша Рукона, определение своего поля, Хидака Маша Рамаша Харбата. Придут чистые мысли, светлые умы, Хидака Маша Рамаша Харбата, Дожи Рупоты, будут открываться новые возможности. Возможности программ, которые в недоступном материале ваших сознаний, Хидака Маша Рапата. Эти энергии позволяют распроектировать эти материалы, показать вам новое бытие, Хидакур Кода, обрести знания и активно проработать с качественной энергией. Хидака Маша Рабоша Конца Хинаса Бата. И мы вам желаем эти ресурсы познать, и Химаша Маша Рапата, и впустить в свои сознания эти рабочие материалы энергии, и Хидака Маша Рамада, дабы вам раскрывать суть основы, и Хидака Маша Рапата, жизнеобеспечение нового кода поля, Хидака Харбата, находиться на планете Земля в новом формате. Формате сознания. Алимашер Курбота Рибаса Жирбата. Мы вам желаем всех благ и духу Мосхода и большого долгого развития. Рибаса. Дизимата Хонцы Машерпата. Это же работа. Будьте здоровы, всех благ.